Sí. Сон. Можно я буду называть тебя просто Сон? Ты не против? Конечно. Слушай. Я хотела кое-что у тебя спросить. Мне интересно, почему именно Мидо? Само собой разумеется, она моя дочь, я ее знаю очень хорошо. Она тебе угрожала чем-то? Мама! Раньше я могла о таком только мечтать, просто это все кажется сном. До сих пор не могу поверить. Если она тебе угрожала, можешь рассказать мне и дяде. Мы на твоей стороне. Да-да, я тоже хотел про это спросить. Если дело касается отношений, нельзя делать это из-под палки. Пап! Вы... Нет, просто вы такие разные. Да, когда дело касается чувств, здесь нечего объяснять. Но ты точно хорошо подумал? Сон, хоть Мидо и выглядит умненькой и миленькой, но на самом деле она не такая, она пугающий человек. Многих отталкивает, у нее полно проблем. Просто я пытаюсь тебя предостеречь. Да, она хочет сказать. Как они могут такое говорить, понимаете, она довольно своеобразная. Мы ее баловали, расслабила ручкой. Она не убирает, не стирает, не готовит. Ничего не умеет. Не представляю, справится ли она с этим в будущем. Да, тебе придется о многом думать. Поэтому с этого момента мы начнем всему ее учить. Пора ей взяться за ум. Классно-то как. Она тебе нравится?